Форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» прошел в городском округе. На этот раз главной темой встречи стала подготовка к отопительному сезону. Специалисты завершили проверку внутридомовых коммуникаций в домах. Жилой фонд полностью готов к отопительному сезону. Также проверку прошли и объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения. Кроме этого, жители Химок смогли обсудить волнующие их темы с администрацией городского округа. Очень важная задача, и очень большая задача, просто стоит перед нами, это сформировать те программы, которые мы будем делать в ближайшие 5 лет. Мы понимаем, что ЖКХ – это сфера тонкая, она сложная. Поверьте вам, что мы прилагаем все усилия к тому, что и будем прилагать в дальнейшем, к тому, чтобы было меньше вопросов у жителей. Все вопросы жителей будут рассмотрены и переданы для дальнейшей проработки. Муниципальный форум «Управдом» проходит в Химках ежеквартально.